А пепельница сколько? 180. Это латунь, да? Спасибо. Сейчас посмотрим. Ничего, пепельница, посмотрим сейчас, что за пепельница. Монетки. Ножи. Часы. Да, вот эта тут атмосфера. Просто не передать ее словами. Барахолка. Попробуй, а вы будете. Медаль. Что это такое? Какой-то значок. Победители соревнований. Трудовой, долголетний добросовестный труд. По-другому нельзя никак. Там, да, есть. О. 16-пудовая гиря. Красотень. Блять, вот тесаки. Вахин, по-моему, да? Ух ты, от Максима. Щиток. Так, здесь много вещей с раскопок. Монетки разные. Царские есть монеты. Серебро есть. Подковы. Снаряды, гильзы.
Мы тут канали. Что же? Всякие приколы. Посмотри за мусором. Так. Серебришка. Серебришка. Что такое вертолет? Игрушка, вертолет. Покажи. Ножи. Царский. Ира больше ничего не говорит. Рубли. СССР. 1 рубль, Ленин. Почем рубли? По пятерке. Отдайте пару штук мне. Сейчас таких по... Вот так. Возьмем. По пятерке можно взять. Только у меня 100. Не будет сдачи? Сейчас так. Сейчас мелочь нашкребем. Так, тут у нас... 7, 9, 10. Все, спасибо. Для коллекции пойдет. Ха. Да, взял 2 рубчика. Для коллекции что не взять, пойдет, я думаю. Так, смотрим, что тут еще интересного. Значки. Ух ты, какой Наполеон. Наполеон.
Обалдеть. По базару все собирают. Трубки, пистолет игрушечный. Это что? Крышечка какая-то СССР. Чего интересного? А почем вот эти гривны? По 30. По 30-ки, да? Это десятки, да? Да. Новые. Вот последние еще вышли. Ага. 6 августа. Самолеты по цене. Ага. Все, спасибо. Посмотрим еще. По 30-ки продают. Я недавно такие купил. Чуть дешевле. Где-то гривен по 20 вышли. Был у меня ролик и обзор на эту тему. Так что на барахолке все дороже, чем в интернете можно купить. Там у меня статуэтки, ножки. Янтарь. Там рассортировано. Бери по 25 гривен, я тут прогадаешь. Ножичек, ножичек. СССР. Подубитенький ножичек.
Какая бляшка. Пряжка интересная. Интересная. Ух ты, Фаберже. А почем такое? Что там? Фаберже. Это 700 гривен. 700 гривен. Угу. Красивое вот такое. 700 гривен. Хорошо, спасибо. Ручная работа. Браслеты, брошки. А почем домино? 250. Спасибо. В общем, такие цены здесь. Не дешевые. На барахолке, но все равно нужно искать. Все равно будем искать, потому что кто ищет, тот всегда находит. Я уже не раз это повторял. Спасибо.